Выставление двоек на лоб вместо дневника и прочие подобные педагогические, а вернее непедагогические методы привели учительницу из Комсомольского района на скамью подсудимых. Сегодня ей вынесли приговор. Воспоминания своей первой учительницы учеников Комсомольской средней общеобразовательной школы номер один будут явно не светлые. Своим подопечным она заклеивала рот скотчем, дергала за волосы, рисовала им на лбу двойки красными чернилами. Однажды заставила стоя писать диктант весь урок. Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2013 по май 2014 года подозреваемая применяла недозволенные методы воспитания в отношении детей своего класса, которые обучались в 2012-2013 учебном году в первом классе, а в 2013-2014 годах учебном году во втором классе. Она признана виновной в истязании заведомо несовершеннолетней, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением с ними. Учительница назначена наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ей назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. И она лишена права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года. Кроме того, директора данной школы уволили, а ее заместитель по воспитательной работе получил выговор.